Валерий Викторович, вы несколько раз в своих выступлениях упоминали про сериал «Игра престолов». Расскажите подробнее, пожалуйста, про этот сериал. Кто его заказчик, для чего его снимают, какая матрица в нем заложена? И автор книг, по которым снимается Джордж Мартин, кто он? Просто человек, который имеет бойкое перо, который подключен к определенному эгрегору и может изложить в достаточно литературной форме то, что от него требуется. То есть, вот, понимаете, для глобального предиктора вообще кадровый вопрос, среди тех, вот, которые становятся культовыми писателями, политиками, он состоит следующим образом. Отслеживаются все, кто что-то пишет, что-то говорит, а потом тому, кто соответствует определенным целям, даются, открываются возможности. Тому же Джону Мартину, да, сразу же и экранизация, и публикация, и пиар определенный, то есть определенное продвижение и расширение информационной базы. А для чего это делается? А для того, чтобы собрать энергетику для эгрегора. А в чем проблема? Большое лето заканчивается. 10 тысяч лет тепла в Европе заканчивается. И на планете Земля происходит смена климатических зон. Не глобальное потепление, не глобальное похолодание, а смена климатических зон. Но народы же их не передвинешь куда-то. Они же живут по определенному порядку, живут. И, естественно, у тех, кто осуществляет глобальное управление, у глобального предиктора встает вопрос, а как управлять этим миром в будущем? И, соответственно, этому необходимо отработать модели управления. А разработав определенную модель, отыграть ее на обществе. Вот для этого служат все эти, ну, так скажем, ненаучно-фантастические произведения фэнтези, которые снимают это вот, и про кольца, «Властелин колец», там, и про этот мальчик-то в очках, Гарри Поттер. Гарри Поттер, все прочее. Это отработка определенных моделей управления обществом. А служит это именно глобальному управлению, которое, вот, в отличие от этих корреспондентов, журналистов, дало возможность реализоваться по полной программе. И ниша политическая, и большие деньги для того, чтобы это реализовать, для того, чтобы отработать, для того, чтобы понять, где что вызовет, что будет принято по нравственности людьми, что будет отторгнуто, какое понимание людям будет привито, а какое понимание будет закрыто. Так что отработка идет будущее управления на планете Земля со стороны глобального предиктора. А что касается самого, повторю, это не играет никакой принципиальной разницы. Карл Маркс хорошо говорил, хорошо писал. И увидели, что он мыслит необходимым образом. Дали денег, приставили к нему Фридриха Энгельса. Все. И все остальные конкуренты Карла Маркса постепенно отошли. Им появился марксизм.